На скамье подсудимых Фанис Ахметшин. Его подозревают в квартирном мошенничестве. Но свою вину мужчина не признает, хоть и внятных объяснений дать не может. В чем непонятно? Уже там все сфабриковано. Виновность свою признаете? Нет. Не признаете. Пострадавших двое, муж и жена, оба пенсионеры. Хотели продать свой дом в поселке Прогресс и переехать в Кауровку. Связались с риэлтором. Фанис обещал помочь и с продажей старого дома, и с покупкой нового. Подскажите, пожалуйста, вот после этой договоренности вы какие-то договоры с ним заключали или все было устно? Устно. Устная договоренность была. Когда пришло время подписывать документы о продаже дома, Николай Широковских не колебался. Сделал все не глядя. Правда, не совсем помнит подробности. Признается, был нетрезвым. Когда продажа дома была, помните по датам? В каком месяце хотя бы? Время года? После сделки заботливый риэлтор даже предоставил барак для временного проживания, пока, мол, не оформят документы на новый дом. Только вот оказалось, в этом доме живет семья, которая и не слышала о продаже. В итоге ни денег, ни жилья. Из барака тоже выгнали. По словам пострадавших, сумма их ущерба составила 680 тысяч рублей. Если обвинения в мошенничестве подтвердятся, Фанису Ахметшину грозит серьезное наказание. По наказанию могу сказать, что по части 4 статьи 159 предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы, в том числе с применением штрафа в размере до 1 миллиона рублей. Но это не спасет положение самих пострадавших. Чтобы вернуть деньги и купить хоть какое-то жилье, им придется подать в суд гражданский иск на возмещение материального ущерба. Дарья Трофимова, Сергей Шемит, Интера ТВ.